Ульяновская дамба относится к разряду потенциально опасных объектов, поэтому командно-штабные учения проводятся здесь регулярно. По легенде, в административном здании произошел пожар. Объявляется срочная эвакуация. После разведки помещений объект возгорания был ликвидирован. Также был обнаружен пострадавший, его экстренно эвакуировали и передали в руки медиков. Контролировали правильность действий представители Главного управления МЧС. Оценка данных учений, я считаю, оценка хороша. А тем временем сотрудникам уже поступает новое вводное. Авария на транспортной подстанции. Возможно, подтопление защищаемой территории. В связи с этим дежурно-диспетчерской службой объявлен сбор, приведены в готовность силы и средства объекта. Личный состав у нас произвел подключение дизель-генератора на установке мощностью 320 кВт и запустил насосную станцию от резервного источника электроснабжения. Насосная станция стала работать в штатном режиме. По окончании учений состоялось экстренное заседание КЧС, на котором были определены первостепенные задачи по ликвидации условной чрезвычайной ситуации – аварии на одной из насосных станций.